сегодня, не постеснявшись, решила выйти вот в таком своем виде и хотела оставить свой отзыв по диатомии, да. Я пью черный мед уже 7 месяцев, и через месяц буквально у меня сразу было обострение по гайморриту. Гайморрит у меня с 14 лет, и сразу что-то выходило. Но я понимаю, что это что-то было поверхностное, потому что вот в декабре, когда я впервые попробовала диатомию, у меня были такие обострения, что мне было больно, и я решила ее не пить. Вот буквально недавно я приняла решение, что я буду все-таки пить диатомию, и раз у меня организм так реагирует, и я решила просто продолжать перетерпеть и пить. Раз, ну, что-то такое было, думаю, наверное, что-то застоявшееся есть у меня, и пускай оно выйдет. Я приняла решение и начала пить диатомию. Через 2 дня буквально у меня начался вот этот вот обострение гайморита. Мне делали проколы с 2 сторон, и гной даже не вышел. Вы представляете, насколько там старые, застарелые были во мне вот эти вот штуки. И вот сейчас я вот промываю каждый день, и у меня выходят такие штуки, прям как будто стеклышки такие разбитые, затверделы коричневым цветом, и прям такие куски острые. И это все выходит из меня. Я безгранично рада, и вот сейчас мне уже легче, и я счастлива, что я избавляюсь от старых болячек, которые у меня были вот уже более 20 лет в моем организме. Мне прям вот хочу поделиться, кто вот прям боится пить продукт, вот будет выходить. Вот я решила избавиться от этого, пью, и рекомендую всем, кто хочет вот очистить свой организм до конца. Пробуйте, подбирайте себе дозировки. Вот я для себя нашла вот правильную дозировку, диатомию пью, и мне уже легче. Я знаю, что эти трубочки буквально уже скоро я сниму и буду выглядеть как прежде. Всем желаю здоровья, будьте с нами и принимайте себя такими, какие вы есть. Всех обнимаю.